Всем привет, с вами Кривуля Андрей Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D груминге, записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее, разжевывая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Данное видео выходит благодаря компании Поинт, которая является официальным дистрибьютором компании Autodesk в России по направлению Media and Entertainment. Все уроки, которые я выпускаю на канале, создаются на лицензионном софте. Также отдельная благодарность компании Ephere. Кстати, у меня радостная новость для Ornatrix пользователей. Официально открылись Discord и Telegram каналы, где вы можете задать все волнующие вас вопросы по Ornatrix. Также не забываем про официальные группы на Facebook и, конечно же, форум. Если вы хотите поддержать этот канал, поставьте лайк, подпишитесь, включите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или 3DD. На ArtStation еще можно приобрести любой из принтов. Также не забываем заходить в сообщество, так как я делюсь там разными новостями и туда же загружаю ответы на вопросы. Там же я загружаю информацию о том, сколько времени ушло на создание определенного урока.
Так, ну, я решил проработать эту часть, то есть, потому что, ну, чтобы понимать, куда должны там идти волосы, надо уже поработать с этой частью, проработать ее, и потом уже буду решать, как там, что и куда. Вот, поэтому продолжаю работать над этой частью и двигаться вперед, что ж, как говорится. Я вот, кстати, реально балдею от нового режима, который вот добавили, да, потому что с гидами не всегда удобно, как бы мы их там толщину не настраивали, не всегда удобно делать пересечение, контролировать, а здесь вот очень удобно выделять пучки по группам, да, и редактировать их, то есть контролировать весь процесс, как формируется прическа, как ее изгибы и так далее. Мне кажется, это очень удобно по сравнению с гидами.
Так, на этой неделе я остановился на том, что я, в общем, столкнулся с некоторыми багами. Сейчас буду разработчикам писать. И я хотел, ну я их не записывал, но суть в том, что вы можете выделить, ну то есть я так думал, допустим, выделить какую-то часть, да, взять эти группы, это круто очень, вот скопировать, потом получить кламп, допустим, для них, ну чтобы отдельно там не настраивать, да, вот вставляем, получаем random clamp, сотня, например, create, то есть есть, да. Можно также добавить курлинг быстро, там, ну, какой-то, чтобы добавить хаоса какого-то такого, настроить, ну, не так сильно, но можно. Вот, там, разнообразие внести чуть-чуть. Вот. Но тут проблема в чем? Вот мы сгенерировали channel, да, и, допустим, хотим с него теперь получить generate string data по этим группам. Получить string groups channel из express, ну то есть по клампам, да, которые нам нужны. Вот я пишу, тут есть как бы в листе sclamp_ids2 sclamp_ids2, но проблема в том, что если мы назначаем getGuides, вот что мы видим. Мы видим, что generate string data не работает по группам. Поэтому это неудобно. Вот. А сейчас я отправлю, да, эту сцену, чтобы разработчики видели эту суть. Вот. Поэтому как-то так. Ну, остановлюсь я на этом. Я могу сейчас вам показать, что уже получается. Давайте я удалю. Так, сохраню эту сцену, чтобы сделаю unhide. Сделаю отображение волос. Isolation unhide all. Здесь надо edit guides interpolation проверить. Да, все нормально. А теперь назначить на этого дядю Arnold Standard Hair и сделать рендер и сделать в Арнольде, ну, отображение, да. Направить сюда цвет. Сейчас сделаю. Брум-бум-бум. Ну, чтобы вы видели прогресс, который уже есть по року. Конкретно за эту неделю. Вот. А следующий VIP, который будет через неделю, ну, то есть не на следующей неделе, а я буду заниматься вот этой частью, как я и сказал, я хочу ее проработать. То есть пока, я думаю, вы поняли, что я настраиваю клампы, вот, чтобы получить момент. Вот это мне, кстати, что-то непонятно, что это такое. Люк какой-то. Ну да ладно, разберусь. А пока клампы вот настроить, но не пойму я, что за. Вот. А потом уже буду назначать фриз, снова редактировать и так далее. Ну, я думаю, получается уже что-то похожее на то, что хочу. Там еще редактировать, надо фризы добавлять. В общем, работы еще предстоит достаточно. Вот. Поэтому следующая неделя опять будет стандартная. Вот это вот. Завтра в пятницу я буду разбирать ваши работы, то есть фидбэк давать. И посмотрим, что будет дальше. То есть вот это вот так. Что оно так не выделяется? Ага, нельзя так. В общем, вот эта вот неделя снова будет VIP. А вот это следующая как раз основной канал. Ну, как обычно, титры и все так далее. Вот. Будем смотреть дальше, что делать, посмотрим. В общем, как-то так. Я, кстати, понял, почему тот баг появился. Ну, вот этот вот, видите, да? Я изначально, когда редактировал, у меня тут был, ну, вы помните, Surface я исправлял и Close Neighbor. То есть, если сейчас выбрать, то тут исправляется, но не все. То есть,
Нарушил я структуру немного, поэтому я удалю те изменения, которые записывал. Там их, ну, не так много, вот здесь вот, да. Вот, и снова проработаю. Поэтому, чтобы вот это не нарушилось. В принципе, все. Буду работать над этим всем. Над вот этой частью. Потому что ее надо продумать. А можно сделать быстрые клампы, если Марсель решит проблему с генерацией гидов, с генерацией групп после, для определенной группы, то вообще будет прекрасно. Вот. Пересечения эти все поправлю, естественно. Ну, там посмотрим. Как-то так. Сохраню еще сцену. В общем, вот. Итак, всем привет. Продолжаю неделю випов, то есть с 14 по 17, как я говорил в расписании, буду продолжать записывать випы по этому персонажу. И уже сразу я хочу сказать, что периодически я что-то комментирую, поэтому полностью звук не выключайте. Он, частично без звука идет, потому что я замолкаю и делаю какой-то процесс, а периодически что-то комментирую. И еще один момент, я хочу вам сразу показать две классные фичи, которые доработали в новом workflow, и они наконец-то работают как нужно. Вот, и могут пригодиться в создании таких вот референсов, real-time here под alembic. Вот. Первая фича – это... Ну, то есть, она не идеально работала, это рисование волос, но в моменте, когда, допустим, вы хотите что-то... Ну, например, мне не нравится какая-то часть, я хочу ее переработать и как-то поменять направление волос. Например, сейчас покажу. Смотрите, допустим, я хочу что-то изменить здесь. Во-первых, я выделяю Isolation, Height, да. С помощью ласса выделяем эту часть. Вот. И здесь, естественно, что я могу сразу сделать? Назначить Edit Guides. В Edit Guides я могу... Ну, естественно, нужно сразу сделать, чтобы не было проблем. Strand. Вот. И что я могу сделать? Я могу удалить частично гиды. Это можно было делать раньше, но оно не так идеально работало. То есть, например, оставить этот гид, оставить этот гид. Ну, то есть, хочу их как-то редактировать. Да, этот гид, этот. И, например, всю эту часть удалить вообще. То есть, Ctrl-Shift-I. Удалить. Взять, допустим, этот гид, его увеличить, естественно, ну, например, вот таким вот образом. А затем его как-нибудь там расчесать, как мне хочется. Например, вот так вот, в эту часть, ну, в это направление, да. И с помощью plant добавить, клонировать такие же гиды. Раз. Ну, это как пример. Я не говорю, что я сейчас буду прям идеально простраивать что-то. А допустим, вы хотите сделать какие-то вот такие вот изменения с гидами. Вот. А не редактировать прям целые пучки. Хотя частично, как я и говорил, мне часто удобнее редактировать именно пучки, потому что с гидами не всегда видите, где пересекается пучок. Вот. Но здесь это можно контролировать. Например, вот я создал такую часть, да. Если сейчас я сделаю unhide волос. Ну, сначала не буду делать, давайте я доработаю. Теперь что вы можете сделать? Вы можете. Так, почему он такой? Вот. Вы можете взять конкретную часть, конкретную область. И дорисовать пучок. С помощью вот этого инструмента. Это было возможно, но оно работало как-то криво, сейчас идеально. Допустим, вот, раз. А, я забыл один момент. Когда вы сделали изменения, нужно назначить новый Edit Guides. Опять же, можно оставить Surface, только не редактировать.
Ну, именно расчесывать. Когда расчесываете, всегда strength ставьте. Вот. Ставим surface, то есть все, что здесь, учитывается здесь. Смотрите. Рисуем пучок. Бам! Рисуем пучок. Бам! Рисуем пучок. Бум! Единственное, только учитывается почему-то, ну, цвет группы. Нужно... Он, наверное, выбранный берет. Сейчас проверим. Или цвета рядом стоящие он берет. Ну, короче, не обращаем на это внимания. Главное, что можно потом пучок конкретно выделить. Назначить Strand Group Assigning EQ. Затем также, ну, лучше по отдельности это работать. Я сейчас понарисовывал их, потом неудобно будет выделять. 2 и Assigning EQ. Все, у нас есть группы. Вот так, стоп. У нас есть определенные группы. Да. Вот. И мы можем уже с ними работать. Сейчас Assigning EQ. Можно сразу гиды назначить как надо. Но хотя все равно оно цвет, скорее всего, брать не будет. Да, оно берет. Но все равно можно вот так сделать. И смотрите, есть пучки. Естественно, вы знаете, как с ними работать. Можно клампинг делать. Можно не делать. Можно... Я вот как раз сейчас хочу показать момент. Смотрите. Ну, единственное, я, наверное, поправлю вот этот Select by Group. Вот этот гид. А, кстати, вы можете брать... Заходить сюда. Оно не так идеально работает, риггинг, но он работает. То есть, смотрите, если сейчас я сделаю направление, я могу управлять этим гидом. Видите, да? Вот что круто. Не всегда оно идеально работает. Захватываются какие-то части. Но можно так быстро поправить, потом выбрать эту часть. Ее там как-то подредактировать. А я обычно не лезу в нижний, потому что я часто изменяю верхний, и там происходит момент уже... Ну, естественно, Ornatrix помнит, что гид там так, а вы уже изменили, поэтому... Ну, допустим, вот у нас есть. И еще вот этот я сейчас дорисую. Как-нибудь поправлю. Вау, их тут два. Сейчас... Нарисую. Назначу нужную группу. Вот это вот. А, извиняюсь. А я уже начудил. Тут надо, короче, collapse up to here. Зря это сделал. Короче, оно запомнит это все сейчас, и вы увидите. Ну, то есть, заколлапсит, естественно. Нужно только немного подождать. Я поспешил сделать этот момент. Нужно было unhide сделать. Ну ладно. Вот. Ставим 1%. То есть 100%. Вот, смотрите, здесь пустота. И у нас уже все гиды такие, как мы их делали. То есть, если сейчас сделать isolation вот этой части, мы увидим... Самое главное, мы увидим в Ornatrix Edit Guides, увидим эти группы, то есть то, что мы делали. Да, вот они все, эти пучки есть. Но самое крутое следующее, естественно, вы помните, что здесь я удалял, надо дорабатывать. Это как пример я показываю. Самое главное то, что мы можем теперь взять определенные группы, ну, например, вот, вот эти все, только надо select by group делать, потому что тут есть, смотрите, допустим, я выделю вот эти вот группы и вот эти, ой, куда оно там пошло, так, вот, здесь есть через запятую группы, их копирую, Ctrl-C, к этим группам что мы можем сделать? Мы можем назначить, во-первых, Ornatrix Clamp.
В этот кламп ставятся тренд-группы, то есть к ним конкретно применить этот кламп, настроить как нам нужно. Смотрите, допустим, сделать там рандом 50. Вот. Естественно, там что-то поменяется. Можно, конечно, по гидам, но гидов там... Вот, допустим, мы поменяли, как-то настроили этот кламп. Вот. Preserve Strand Length, Attract Strand Point. Вот. Допустим, мы получили, смотрите, есть клампинг. Вот, круто. Но из этого клампинга ну, группы надо сохранить, да, то есть, чтобы выделялись каждый кламп. Что мы делаем? Это крутая новая фича. Ну, доработанная она была, но... Add clamp index channel, затем Ornatrix generate strand data, Ornatrix edit guides я сейчас сделаю для того, чтобы видеть изменения generate strand data. Смотрите, здесь есть клампы, но они не развились, так ведь? А нам надо группы. Чтобы эти получить группы, пишем strand groups, точнее exciting strand data groups. Здесь пишем set expression. И смотрите, что мы делаем. Заходим в Expression Editor, смотрим название. SC Clamp IDs 2. Пишем SC Clamp IDs 2. Apply. Стоп. Точно правильно написал. А, тут есть нюанс. Ладно, сейчас сделаем. Strand Groups. Вот, по-моему, оно. Сейчас я проверю. Да. А, единственное, что... Блин. Strand Groups. Сюда нужно вставить все эти группы. Все. Ура. Получилось. И я забыл, что... Короче, раньше не работала Strand Group по Kideri Strand Data. Сейчас это сделали. Вот я вставил все группы, которые... которым я применил кламп. То есть, вы помните, да? Клампинг. Вот. Те же самые группы я вставил сюда. Оставил Strand Groups, Set Expression. И смотрите, если мы будем... Вот, видите, они разбиваются на дополнительные группы. То есть, у нас есть клампы. Какие там получились, они разбиваются на группы. То есть, если я кламп сейчас этот уберу, вот, видите? Бум. Бум. Да, ну, вот, есть группы старые. Назначаем кламп, generate strand data и разбиваем снова на группы. Вот. Если мы выбираем exciting, я выбирал сначала, то он оставляет то, что было. А вот strand groups генерируем новые и получаем нужные эти. И правим там какие-нибудь моменты пересечения и так далее. То есть в этом edit guides нажимаем collapse up to here, ну, или bake. Сейчас я bake, по-моему, да. А вот, bake мы сделали. В этом strand groups мы можем выбирать set bake group, выбирать эти группы. И править, например, взять там, как-то поднять. Вот. То есть, конкретные пересечения править, если там что-то в интерполяции вдруг заглючило. Вот. Таким вот образом. Или, опять же, говорю, вот кусок мне этот не нравится, я могу просто оставить один гид. Да. Ну, только единственное, надо было оставить один гид, только без... Вот. Сейчас выделить эту часть. Скрыть остальное. Оставить один гид. Ctrl-Shift-I. Delete. А здесь дорисовать, его как-то там исправить. Ну, естественно, надо unhide сделать. Вот, у меня есть один гид. Я его исправляю, как хочу. Как душе угодно. Да. Там как-нибудь увеличиваю. Вот. И здесь рисую. Вот, вот эта часть, допустим, рисую пучок. Бум. А, опять я забыл. Edit guides снова.
Ну, я думаю, вы понимаете, зачем еще один Elden Guides. Я здесь изменил гид, и нужно перенести это, то есть, чтобы Ornatrix уже знал, что он там есть. Вот, потом выделяем этот гид, рисуем пучок. Раз, есть пучок. Естественно, какие-то там дорастут, то есть аккуратно надо вот здесь вот конкретно в этой области рисовать. Вот, есть пучок, и мы, я думаю, видите, он помнит цвет, если аккуратно рисовать. То есть смотрите, если я буду рисовать в этой области аккуратно, он возьмет этот цвет. Вот, а если в зеленой области, ну допустим, вот, я понял, то он берет этот цвет. Здесь нужно аккуратно. Если вы рисуете в области, где фиолетовый, допустим, желтый, то, конечно, он будет брать разные. Вот, и таким образом создаем нужные пучки, нужные гиды и редактируем. Это то, что я хотел показать по новому workflow. Он может вам пригодиться, и, возможно, его здесь я буду использовать. Ну, где-то конкретно что-то изменять, что мне не нравится, где-то применять клампы. Преимущество этого workflow в том, что вы можете всегда выбрать определенные группы. Select by group только обязательно отмечайте, чтобы не было ошибок. Вот. Определенные группы можете выбрать. А, там одинаковые. Ладно. Сейчас я сделаю вот что. Я сделаю, сниму вот это выделение. Вот. Выделять конкретные группы. Тут, короче, тут одинаковые получились. Надо их поправить сейчас. Мы сделаем вот так. Тынь, assign on queue. Все. Вы можете выделять конкретные группы, брать их и, допустим, к ним добавить фриз. К этим группам. Пум. И конкретно с ними там как-то их проработать. Распушивание сделать там. То есть конкретно какие-то части. При этом, допустим, я не хочу полностью фриз, могу использовать вот этот фриз. Видите, да? Какие-то конкретные части я могу распушить, как мне нужно. Вот. То есть сделать какую-то конкретную конкретику по фризу и проработать определенную часть в соответствии с рефом. Вот. Теперь все, что я хотел рассказать, это все. Теперь я продолжаю редактировать. Сейчас открою снова эту сцену и уже без комментариев. Возможно, периодически что-то буду говорить, но, как я и говорил, мне удобнее випов, меньше тратить время на разговоры и больше на дело, потому что когда я комментирую, вы видите, сколько это времени забирает, поэтому я стараюсь записывать конкретный процесс, чтобы не терять время, а уже озвучивать на YouTube. Вот, это для тех, кто спрашивал, почему нет голоса в VIP-ах. Вот. Поэтому поехали. Открываю сцену и начинаю продолжать создавать то, что, ну, то, что я должен создавать, конкретно править. А на эти нюансы я пока не обращаю внимания, что-то пошло не так. Возможно, когда я не применил смус, там, ну, это, с этим разберусь потом. Сейчас задача доработать вот эту вот часть и уже думать об остальном. Вот, какие-то там вот пересечения вижу, надо поправить. Вот такой вот процесс интересный.